Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнего видео по проекту Медиаграм. Друзья, Медиаграм перестал платить. И каждый трек должен отработать 200%. То есть я сюда закинула $5, значит 200% я должна получить $10. Я собиралась его как бы развивать, идти покупать, набрать $10, купить следующую категорию, должность, ну и помаленечку как бы развивать, чтобы выйти на доход. Но у меня он 200% не отработал. Я заработала 8.30 и все. Я вот сейчас прослушала, чтобы не затягивать видео, музыку эту не слушать. Прослушан у меня первый трек. Кликаю, вставляю капчу. 9, 6, 9, 4, 2, 2, 9. Опс. Для данной категории закончились доступные треки. Перейдите на следующую категорию. Это значит, я должна еще пополниться, чтобы перейти на следующую категорию, чтобы мне была доступна музыка. Ладно. Я не стала ничего пополнять. Я заказала вывод. Pair $8.30. Это я заказывала 20.03. Сегодня у нас 29 число. Ожидает подтверждение. Вывода до сих пор нет. Ладно. Возвращаюсь. Вот здесь ниже есть телеграм-чат. Можно кликнуть и попасть в телеграм-чат. Я писала им письмо 25 марта. Здравствуйте, 72 часа. Регламент в проекте написано, что вывод 72 часа обрабатывается. Вроде истекло. Это мое сообщение. А вывод почему-то нет. Пэйр, вот я тут. Так, или я что-то недопонимаю, проект платит. На что мне вот Медиаграм ответили. Вывод средств в течение 5 рабочих дней. Спасибо за информацию. Буду ждать. Ждала-ждала. Я опять написала. Вот им. И что они сделали, друзья? Ну, здесь очень много жалоб, что вывода нет. И они в этой группе запрещено писать сообщения. Они закрыли сообщение, теперь фиг напишешь. Ладно, я написала в техподдержку. Также ответа нету. Вот. Да если мы все так пролистаем, они. Ну да, они мое последнее сообщение удалили. Я писала 5 дней прошло, и все. Вот здесь только люди добавляются. В общем, проект не платит. Так что не теряйте время. В топку этот проект. Вот. И в поддержку я писала, конечно, и ответа нет никакого. И уже как бы не имеет смысла чего-то тут ждать. 8.30 так и висит. Вот. А я собиралась покупать следующую категорию. Вот. Так что не имеет смысла здесь работать. Все. Проект не платит. Поддержка не отвечает. В чате писать запретили. Правильно. Вот. Ну вот видите, я потом опять капчу введу, и опять у меня вот так я. А здесь прослушано все по нулям. Вот. Ну, это, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.